Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Почати хочу з вами, насправді, з заяви Медведєва. Я розумію, що звучить це смішно. Ми, до слова, вже давно його з вами не обговорювали, але так чи інакше. От сьогодні він знову каже про те, що начебто Росія збирається приєднати до свого складу все більше і більше українських регіонів. Ця заява, ну, як мінімум, не зістиковується, скажімо так, із заявою Піскова, яка звучала раніше, про те, що нібито Росія не має претензій на інші регіони українські, окрім тих, які вже окупувала. Але як вам здається, чи пов'язана ця заява Медведєва з російськими планами на Харківщину? Тому що сьогодні в наших Збройних силах заявили про те, що росіяни відновили наступ на Лиманокуп'янському напрямку. Ну, я думаю, что это связано с годовщиной вот этого так называемого референдума и присоединения территорий к Российской Федерации, ну, оккупированных территорий Украины, и с этими фейковыми референдумами. Ну, им надо как-то пропагандистски эту тему отрабатывать. Ну, и, собственно говоря, ну, Медведев самый эксцентричный такой шут. И поэтому, собственно, то, что он заявляет, мы уже много раз оценивали. Все это, в общем, выглядит как эксцентрика такая, персонажа абсолютно несерьезного. Но, тем не менее, конечно, он определенным образом выражает какие-то настроения там, потому что зампредседателя Совета Безопасности крутится, и, видимо, ему разрешено, так сказать, отпускать подобного рода значит, вещи там, про то, что они там новые регионы захватят и так далее. Я думаю, это все связано вот с встряской вот этой пропагандистской в связи с годовщиной. То есть нужно как-то показать, что на самом деле они не теряют надежды вернуть и те регионы, которые оккупировали и потеряли в результате Харьковской операции, в результате Херсонской операции, да, значит, ну, оставление Херсона, правого берега, но и одновременно, значит, в Харьковской области вот это наступление, которое, значит, оно уже давно продолжается, а что-то я не вижу его результатов. Ну, конечно, они там 100-тысячную группировку сосредоточили, говорят, до 120 тысяч, не знаю, сколько сейчас, но пока никаких существенных результатов это же не достигла операция, так сказать, по возвращению Купинска. Так что не более чем пропагандистское сотрясение воздуха. Вот все, что я за этим вижу. Зрозуміло. Ще цікава заява прозвучала від очільника нашої розвідки Буданова. Він розповів інформацію, яка достеменно відома нашій розвідці. І вона стосується того, що за два тижні до початку повномасштабного вторгнення проходила, як каже Буданов, одна цікава нарада, на якій вчергове почали обговорювати про те, чи все готово, власне, до широкомасштабної війни. І прозвучала певна невпевненість, що в Україні дійсно там чекають на російських вояків. І на це була реакція, а куди витрачалися кошти стільки років. Ну, і вже на наступній нараді було сказано, знаєте, все там готово, треба заходити. Ми з вами неодноразово говорили про ту чи іншу інформацію, що відбувалося до початку повномасштабного вторгнення. Але от стосовно дійсно ролі корупції і чи справді настільки все отак топорно, тобто, що навіть якщо були проблеми, їх замовчували для того, аби там не, так би мовити, привернути до себе якусь додаткову критику. Ну, имеется в виду, все-таки, если я правильно понял, коррупция и все эти вопросы, связанные в канун вторжения в 22-м году со стороны России, так сказать, когда осваивались деньги и, так сказать, подавались разного рода аналитические записки о том, что какая-то часть, я не думаю, что вся, но они понимали это, но какая-то часть населения, русскоязычная и так далее, встретит оккупантов радостно и так далее, чего не произошло. Вы знаете, я считаю, что были люди, которые понимали, что происходит на самом деле. Ну, мне с трудом может представиться, что они не понимали, что никакие приграничные районы, даже Харьковская область или там иные регионы, сколько бы их ни считали там русскоязычными или там ориентированными на Россию, что там вот прям вот будут открывать двери, пирогами встречать или чем там, или салом. Были эти люди, и они продолжали свою работу, потому что действительно осваивали значительные ресурсы, несомненно, денежные. А с другой стороны, знаете как, ну вот машина на полном ходу, ты ее как остановишь?
Есть команда руководства, чтобы встречались с пирогами. А будут встречать с пирогами, не будут встречать с пирогами. Радоваться приходу оккупанта, не радоваться. Деваться некуда. И когда, вот помните, обсуждали вот это пятое управление, значит, которое занималось, собственно, Украиной и осваивало средства, там, Медведчук к этому, генерал Беседа, помните такого? Говорит, что он даже сел там и так далее. Ну так, причем вот Беседу он во время Майдана был вместе с Сурковым в Киеве. Известная история, так сказать. Кто интересуется, в интернете посмотрите. Вот, он координировал, видимо, какую-то работу по защите режима Януковича, его перевозки и так далее. Я думаю, с трудом могу себе представить, что эта беседа не отдавала себе отчет, что все эти действия они не приведут в случае вторжения, значит, чем бы они ни занимались на протяжении тех там почти 8 лет перед вторжением в 2022 году, что они не приведут, собственно, к искомому результату, потому что украинцы просто-напросто предадут свое отечество, начнут встречать оккупантов, радоваться и так далее. Мне кажется, вот он это прекрасно понимал. Но, повторяю, две причины. Действительно, деньги. Осваивались гигантские ресурсы. Там называли цифру 5 миллиардов долларов. Я не знаю, я за эту цифру не отвечаю. Так писались в прессе, так озвучивалась эта цифра. А с другой стороны, ну а как вы это остановите, если это на полном ходу несется, понимаете? И сносит все на своем пути. Так сказать, есть команда, мы вот будем вторгаться, обеспечивайте это вторжение. То есть тут даже волей-неволей, так сказать, не сможешь прокрутиться. Маневра-то нет. Придется действовать в парадигме, которая задана, так сказать, высшим руководством. Поэтому, конечно, они не могли уже ничего сделать в определенный момент. Уже все двигалось по, так сказать, нисходящей. Помните, как проходил в канун, собственно, вторжения Совет Безопасности пресловутый? Мы все его видели, протокольная съемка, где Нарышкин там блеял, где Медведев кричал, что через полгода все восстановится и так далее. Была полная уверенность того, что они преодолеют все проблемы путем блицкрига. Но вот уже захватили, чего уже руками махать, понимаете? А там так, эдак и так далее. Поэтому, видимо, уже было понятно, что решение принято, и движение идет именно в эту сторону. Там робкие какие-то попытки даже Патрушева, давайте дадим еще 3 дня, там Байдену заявим. Они же как бы не встретили не только там обсуждение, дискуссия, а может быть, не может быть. Все решено было заранее, и поэтому я бы сказал, что роль исполнителя, она здесь, да, коррупционеры, конечно, там очковтиратели, как раньше говорили, но все-таки вряд ли они могли изменить вектор в том смысле, что остановить войну, что мы вот не готовы. Была полная убежденность высшего руководства, Путина и его ближайшего окружения, что мы это делаем, и мы точно добьемся результата, мы не можем по-другому. Возможно, и Шойгу, возможно, и Герасимову такую же информацию давали. А с другой стороны, а что, собственно, менять? Понимаете, и так все идет, как идет. Поэтому с этой точки зрения, я полагаю, уже было такое движение, инерция, что уже невозможно было это все изменить. Мне так кажется.